Татьяна Казанцева и Екатерина Герман. А значит, ваша свадьба будет идеальной. Мы исполним все ваши пожелания и воплотим мечты в реальность. Ваша история любви — это наше вдохновение. Ну что ж, начнем? Смотрите на этой неделе красивую и романтичную историю любви пары Александра и Валерии. Ровно год назад Александр и Валерия официально зарегистрировали брак, сыграли шикарную свадьбу в королевском стиле. Телеканал MTV Mix был свидетелями и также принял участие в организации и подготовке этого красивого торжества. Александр и Валерия выглядели словно принц и принцесса, которые и начали вместе сочинять свою красивую сказку. Идея отметить годовщину необычно и романтично пришла Александру. Он хотел, чтобы они с Валерией вновь почувствовали себя в роли молодоженов. Но уже не традиционным празднованием в ресторане с родными и друзьями, а повторить клятву любви на берегу ласкового Средиземного моря. Такой романтичный сюрприз наполнил обоих новым приливом бесконечной романтики и любви. Отдых Александра и Валерии помог забыть о бытовых заботах, убежать от повседневной суеты и уделить все время только друг другу, наслаждаясь закатами, посещая достопримечательности, изучая местную культуру, наполняя это время особенными воспоминаниями. У меня любовь — это совокупность чувств, уважение, преданность, те чувства, которые ты испытываешь к человеку или человек тебе испытывает. Но это эмоции, это много-много-много эмоций, как нету по отношению к другим людям, и поэтому так сильно и цепляет, потому что любишь. Турция – сказочно красивая страна, привлекающая с каждым годом все больше влюбленных пар из всех уголков земного шара. Здесь история сходит со страниц книг, окружает со всех сторон и зовет в незабываемые приключения. Этой стране удается сочетать традиционную и популярную культуру, современную и классическую архитектуру. Семейные отношения – это большой и кропотливый труд. А труд всегда становится легче, если на него посмотреть с нестандартного угла или добавить немного юмора. Эмоции влюбленных во время фотосессии – самое важное. Фотографы Руслан Гелимханов и Муслимов Ильнур поймали ту искренность и чувственность между Александром и Валерией. Ответственность свадебных фотографов очень велика, ведь от него зависят улыбки и воспоминания, а искренние и трогательные моменты специально не переиграешь. Руслан и Ильнур – профессионалы в своем деле. Фотовпечатления у влюбленных остались невероятно красивыми и передающими всю атмосферу их ярких чувств. Прежде чем сделать этот шаг, хорошо подумать, потому что это не шутки, это не игрушки, это не просто один день. Надо к этому отнестись как на всю жизнь и хорошо взвесить за и против. А если сделали этот шаг, то боритесь друг друга, держитесь. Ничего не изменилось за год совместной жизни в браке. Все так же, как всегда, любящие друг друга Александр и Валерия. Но сегодня они обновили свой брак благодаря символической регистрации на берегу моря. Нет ничего трогательней и романтичней, чем нежные слова, услышанные от второй половинки в день годовщины свадьбы. Помнишь, год назад я тебе обещался сделать предложение в Турции? Я вот пролетел 3000 километров, да, чтобы все это исправить к тебе, сюда. И хочу тебе заново сделать тем же кольцом то же предложение. Саша, я очень рада, что ты мой муж, что я стала твоей женой. Давай
этот год. Пусть пролетит также вся жизнь вместе. Будем любить и ценить друг друга. Давай? Давай. Как всегда, сегодня мы на нашем съемочном балконе готовим очередную невесту. Это у нас Валерия, наша прекрасная невеста. Как тебе вообще весь процесс наш сегодняшний? Как тебе макияж, прическа? Макияж вообще классный получился, очень нежный. И прическа мне понравилась. Ты вообще красотка, на самом деле. Очень классная получилась, да. Такая нежненькая. У нас невеста, сейчас мы пойдем проводить регистрацию. Я так волнуюсь, так волнуюсь. Вот. Спасибо, Юлечка, большое. Получилось классно. Я поздравляю тебя, дорогая. Очень рада, то, что у тебя сегодня прекрасный такой день. Свадьба на море. Спасибо. Ну, я вообще заново пережила все эти эмоции, эмоции невесты. Вначале, когда меня собирали, когда там вот это вот я невеста. Потом, когда мы шли, я как будто бы прям поверила, я прочувствовала. Тряслись ноги. Море эмоций было. Руки дрожали, говорить «да» по новой, как те полгода назад. Опять отвечать на этот вопрос, на который уже ответили. Дорогие влюбленные, сегодняшний день особенно волнительный для вас. Но прежде чем обновить ваш союз, готовы ли вы еще раз подтвердить те главные слова, клятвы, которые давали год назад? Прошу ответить. Да. Прошу ответить невесту. Да. Дорогие Александр и Валерия, прошу вас в знак верности, любви обменяться обручальными кольцами, древним символом, простым и священным. Пусть они всегда напоминают вам, что ваша любовь бесконечна. Настоящая любовь, подобно жизни, дается раз и навсегда. И самое главное для каждого человека – ее не упустить. Когда мужчина находит женщину, он готов изменить мир ради одной ее улыбки, совершить чудо. И это для него совсем не сложно, ведь она становится частью его души и сердца, наполняет его жизнь необыкновенным светом и радостью. И только с ней он может быть по-настоящему счастлив.